красном трико выступает. Джамал Атарсултанов, он представляет Московскую область, ЦСКА, а также параллельный зачет Чеченской Республики. Двукратный чемпион Европы, победитель международного турнира Иван Ярыгин прошлого года. В 2008 году выигрывал чемпионат России. В синем трико борется Нариман Исрабилов, Россия, Дагестан. Мастер спорта международного класса, а 10 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Магомеда Магомедова. Чемпион Европы 2009 года, бронзовый призер чемпионата России прошлого года. Встречаются чемпионы Европы. И надо сказать, что ближайшие соревнования также для борцов, ну, всех европейских команд будет чемпионат Европы очень скоро, через 3 месяца, даже меньше. И Кубок мира. Вот сейчас идет реальная борьба за участие в этих соревнованиях. А затем чемпионат России, который поставит все точки. И борцам придется выяснять отношения в третьем периоде. 1-1 по периодам. На различных сборах, тренировках приходится встречаться, ну, как чуть ли не каждую неделю, и они изучили друг друга досконально, то, конечно, много очень проблем возникает у них при атаках.
и, конечно, не надо забывать, что в этой весовой категории Россия имеет не только чемпионов Европы, но и двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева Саха Якутия, который в этих соревнованиях не выступает. Так что солидная здесь конкуренция и большой резерв. Победил Джамал Атарсултанов, Россия. Джамал Атарсултанов стал обладателем золотой медали.